Москва, 16 мая, РИА Новости. Совет Федерации готов использовать любую возможность для восстановления конструктивного взаимодействия России и США, однако пока не видит никакой ответной реакции, заявил РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мы хорошо сознаем, как важны для всего мира нормальные отношения, конструктивные взаимодействия США и России. И потому готовы использовать любую возможность для его восстановления, сказала она. По ее мнению, парламентарии, которые представляют миллионы своих избирателей, могут и должны работать как в двустороннем формате, так и на международных парламентских площадках, использовать все имеющиеся возможности для диалога. Мы не раз и не два приглашали к нему наших американских коллег. К сожалению, ответной реакции, по крайней мере на уровне руководства Конгресса, его комитетов, пока не ощущаем. Однако это окно для диалога с нашей стороны остается открытым, констатировала спикер. По словам Матвиенко, в сентябре этого года в Петербурге состоится второй Евразийский женский форум, на который приглашена мировая женская элита, политики, ученые, предприниматели, деятели искусств. Пригласили и американских коллег, общественных деятелей, представителей бизнеса, политиков, парламентариев принять в форуме самое активное участие, сообщила